Можем говорить? Да. Да. Вилен Васильевич Головко, я уже, наверное, лет 50 знаем мы друг друга. Вместе мы работаем в цирках. И он был хорошим сам артистом. Потом он стал режиссером. А режиссером, он, знаете, мне, когда артист цирка становится режиссером, это удивительно. Я считаю, сегодня цирк без режиссера, это, считаю, искусства уже нет у нас. Сегодня главный должен быть режиссер в цирке. Главный режиссер должен быть везде. И Виля Головко, когда стал режиссером цирка, он стал делать очень интересные программы. Программа, которую я с ним работал, вот сделал в Америку программу удивительно. Потом я с ним работал, когда он игры «Доброй воли» были в Москве. Это удивительно сделал он этот блок цирка в Лужниках. Это было удивительно героический там подвиг он сделал. Сделал там, вот, где взлет он сделал, где вот огромные вот люстры горят света. Мы работали, джигит работали мы по кругу. Было удивительно красиво сделан манеж был. В каком смысле сделан? Вот эта дорожка, все было сделано радугой. Можете представить, сколько там надо было резину постелить, все это, да? И сколько это ему стоило, его характер. Понимаете, режиссер, если без характера, он никто. А с характером он добивался, вот как было нарисовано на картинке, да? Он делал все от и до, как сделан. Конечно, глав был против него. Конечно, глав, сколько ты денег берешь. А потом, когда игры «Доброй воли» прошли, все ему сказали большое спасибо, ему за это дали государственную премию. Понимаете меня? Вот это что такое? Режиссер должен быть с характером, у него паршивый характер, честно говоря, да? А паршивый характер, что он добивается свою. А когда добивается, все ему прощают, да? Потом он удивительно сделал вещь, он собрал лучшие все номера в Америку. Не так, как по блату, вы мои, я ваша, да? Но он как сделал? Он встретился с этим антрепренером, со Стив Ливером. И он мне сказал, вот, говорит, я вам, говорит, номера даю, и по городам поездите. И он поехал, это американец, Стив Либер, по городам. И он выбрал, который Головко дал. Все номера до одного. Ведь лучшие были номера нашего советского тогда цирка. И вы можете представить, когда мы туда поехали, какой там триумф был. Какой это был. Но самое главное, что получается, когда опять сильный режиссер, опять кто-то против него. Был такой Андрющенко, который против него встал и начал его там громить. Я вот здесь, в этом же вот зале, в этом же, вернее, кабинете, мы сидим, идет разборка насчет Головко. Я вам интересно сейчас вещи расскажу. Идет разборка Головко, едет в Америку он или не едет. Тогда было, помните, эти наши коммунистические партии, парткомы все эти были. И встают. Ни один артист против него не может сказать. А вот здесь вот сидят, знаете, Ирина Николаевна Бугрима уже спит. Еще кто-то спит уже. Можете, часа четыре все идти, вот, когда я вскакиваю, кричу, я говорю, знаете, мне говорю, одно и то же, я говорю, режиссеру надоели, режиссерская коллегия, я говорю, мне надоело одних тех же людей слушать, что они говорят, Головко для нашей программы, я говорю, плохого ничего не сделал, кроме хорошего. Но вы можете представить, реакция опять парткома нашего и генерального директора. Я попадаю уже вместе с ним, как называется, в одну упряжку. Ну, как говорится, артисту легче, как мне, наверное, я в программе должен быть важнее быть, это самое глупое. Я, конечно, поехал, он не поехал. И что он сделал? Он очень умно сделал, он с Кобзоном связался, сделал цирковую нашу программу и лучшие номера взял и повез за границу. Вот вам. Какие вещи творят, когда, знаете, меня режиссеры не понимают. А я считаю, сегодня режиссер главнее, чем генеральный директор. Режиссер – это главнее ничего не может. И интересно еще, когда мы работали еще с ним, елки мы работали в Олимпийском, удивительные елки были, да? Потом самое главное – с любовью к женщине. Это был удивительный спектакль. Вы даже не можете представить, знаете, меня цирк там, все певцы наши. Гуляев там был, Юра Гуляев пел. Цыгане там пели, Саша, сейчас помню. Вот они все пели, и цирк вдруг. Можете представить? Это был удивительный спектакль. Битком народу. Там 8 или 10 представлений, я не помню. Битком, можете представить, вот этот зал напит, да? Это опять что сделал? Это опять характер Головко. Без Головко сегодня мы не было бы сегодня
программа Америк такой, не было бы олимпийской, вот это добрые игры, доброй воли, не было большой елки в Олимпийском, не было салют этот самый с любимой женщиной по Гамзатову. Вот вам, что такое Головко сегодня. И Головко вам могу еще сказать, чем он хорош. Вот на всех собраниях, на всех это, он говорит правду все. А правду никому не нравится. И могу другой сказать, чем он еще, он сделал своего сына гениальным полетчиком. Он сейчас везде работает. Единственное, кто сейчас гремит, это Виля, младший Головко. И могу только сказать сегодня про Головко одну только вещь. Он за собой никого не оставил, нет режиссера, у него нет ученика, к сожалению. А, наверное, знаете, почему нет ученика? Потому что это никто не поддерживает. А сегодня, если кто-нибудь поймет, что надо сегодня, цирк без режиссера гибнет, об этом громко не может не сказать никто. Я могу сказать сегодня, цирк гибнет без режиссера. Сегодня надо восстанавливать обязательно, как было раньше, в институте, чтобы наше училище, чтобы режиссеры были, вот тогда мы опять будем подниматься. Но я могу правду сказать, цирк не на таком низком упущении, как некоторые думают. У нас в цирке и звери есть, и полеты есть, вся, и клоуны, и все есть. Цирк держится пока на своих крепких ногах. Александр Дмитриевич нам рассказывал о том, что это такая штучная профессия, что... Ее просто так ученик, сам собой не возьмется. Вы понимаете меня, случилось то, что случилось, что советской власти не стало, да, я могу сказать только одно. Искусство вообще, любое искусство, начиная с большого театра, оперы, драматического театра и цирка, и спорта, без государства это не может существовать. Не может. Понимаете, это такое зрелище, там, цирк очень дорогостоящий. Вот у меня, например, 24 лошади. Леопарды у меня медведи там в программе, у меня это, да? Вот можете на одну секунду все это, что может превращаться, сколько все это стоит? Ну, мы же для детей работаем, для взрослых работаем. Вот сейчас они сделали прекрасный спектакль, Марчевский, под руководством, так говоря, Александра Дмитриевича Калмыкова, «Салют Победы». Это был удивительный спектакль. Удивительный. Да, 65... Понимаете, я почему говорю, это воспитательный. И когда самое главное, знаете, меня вот я там маршал играл, и когда самое страшное видишь, когда зритель плачет, когда эти дедушки, бабушки плачут, которые воевали, и самое главное, что молодежь это понимает. И сегодня, понимаете, меня должно быть, искусство нельзя разделять на хорошее и на плохое. Искусство должно одно делать хорошее и добро людям. А вообще, да здравствует Головко! И чтобы у нас было больше режиссеров. А самое главное, Вилен Васильевич, я тебе желаю здоровья. Улыбайся, как ты всегда улыбайся. Я тебя люблю. А вообще тебя все артисты цирка любят. Я тебе могу откровенно, честно. И ты все говоришь вот на всех собраниях. Все, что говоришь, да, ты говоришь правду. За это тебе больше мы тебя любим. Спасибо. Вилем Головко настолько крупная фигура в нашем цирке, что мне остается только попытаться в нашем разговоре примазаться к его славе. И я сочту для себя это большой честью. Виля, я его могу называть Виля. Я его называл всю жизнь Виля. Вилен старше меня по возрасту, но творческий стаж у нас с ним абсолютно одинаковый. Мы вместе поступили в цирковое училище, вместе учились там. Причем он запомнился мне тем, что он все время стоял на голове, на трапеции. Он готовил номер Штейн-трапе. И вот я запомнил его вечно стоящим на голове. И вот теперь я понимаю, для чего он это делал. Он, стоя на голове, утрамбовывал мысли в своей головушке, чтобы оставить пустое место для будущих режиссерских задумок. И мы выпустились вместе с ним. Я в качестве коверного клоуна, он в качестве воздушного гимнаста. И нам невероятно повезло. Мы оба из всего курса попали в коллектив
тогда невероятно знаменитый, пожалуй, лучший коллектив, лучшая программа под руководством замечательного, великого фокусника Эмиля Теодоровича Киева. Он был великий фокусник, великий артист и замечательный человек. И вот в этом коллективе мы проработали вместе с Виленом 6 лет. Причем мы не только выступали на манеже вместе, но и вместе даже играли в футбол. У нас была команда футбольная, сборная цирка нашей программы. И в каждом городе, где мы гастролировали, мы играли в футбол с местной профессиональной командой. Причем начинался этот матч обычно, на центральном стадионе проводился, при огромном скоплении народа, потому что у нас старшим тренером команды числился Эмиль Теодорович Киво, народный артист. А капитаном команды был Игорь Киво. И каждый матч начинался с того, что на стадион привозили огромную стрелу, строительный кран со стрелой. И на этот кран залезал Вилен Головко, цеплялся за него. Стрела крана начинала вращаться. И он на огромной высоте работал свой номер. После этого начинался матч, в котором Вилен был нападающим. Надо сказать, что играл он очень хорошо, конкурировал с Игорем Киво, с капитаном команды. Хотя Игорь Киво профессионально учился футболу в Москве в спортивной школе под руководством тренера Бескова. Но Вилли не отставал. Он очень хорошо умел забивать голы. В отличие от меня, я умел только бегать за мячом. А в этом коллективе вот в течение 6 лет мы сделали, пожалуй, самый большой такой рывок уже к профессиональному творчеству. Вилен выпустил номер на трапеции с мечами. Это была мечта его давнишняя. Замечательный номер, который с большим успехом он работал. Сначала один, потом вел туда свою жену, а я выпустился коверным. И самое интересное, что вот с моей точки зрения Вилен как раз в то время состоялся как режиссер. Кио был на гастролях в Англии и привез оттуда старинную картинку, которой было уже несколько, пожалуй, веков, которую ему подарили в английском клубе фокусников в Лондоне. На этой картинке был изображен мальчик, который лез по стоящей из земли веревки. Он залезал на самый верх, это лес, и оказывался на самом верху этой веревки. И при этом была надпись, что этот трюк никогда нигде не делался и делаться не будет. И вот эту картинку Киеву привез и показал всем, в том числе Вилену. На что Вилен сказал, как не может быть, а я придумал. И вот тут состоялся режиссерский дебют Вилена Головко, поскольку режиссер в цирке должен бы придумать не только сюжет номера и всю фабулу, а он и должен придумывать трюки. Так вот, первый трюк иллюзионный. Для Кио Головко придумал как раз в то время. Он как раз придумал то, что считали невыполнимым. Он придумал стоящий канат, трюк, который потом исполнял и сын Игорь Киво, и второй сын Эмиль Киво. Это номер, который вошел во все крупные энциклопедии мира, как трюк, который был исполнен русскими артистами. Этот трюк придумал Вилен Головко. Притом, когда уже этот трюк выпустили,
Головко его сам исполнял. Из-под земли вырастал канат, мягкий канат становился жестким, вырастал на метров пять наверх, и по нему влезал Вилен Головко в качестве артиста. И после этого он слезал оттуда, и канат падал, как обычная веревка. Он проявился как хороший артист, и я думаю, что это был трюк, который украшал аттракцион великого, повторяю, фокусника Эмиля Теодоровича Кио. Но самое главное, везение наше с Виленом состояло в том, что мы в коллективе близко познакомились еще с одним выдающимся человеком. Это великим режиссером цирковым и эстрадным Арнольдом Григорьевичем Арнольдом. Это была неповторимая личность. Человек с огромным чувством юмора. Эрудит, который наизусть читал нам греческие трагедии. Он был другом Маяковского. У Маяковского есть стихи об Арнольде. Он вместе рассказывал, как он с ним играл в бильярд. И вот как раз это знакомство с Арнольдом Григорьевичем помогло нам найти наш путь дальнейший в творчестве и в том числе в режиссуре. Арнольд научил нас мыслить. Научил нас тому, что режиссер должен прежде всего найти точный ход режиссерский, прежде чем ставить какой-то номер. Первое. Второе, что в любом номере должна быть определенная драматургия со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Это все нам внушал Арнольд. И вот с тех пор и Вилен, и я числим себя учениками этого замечательного человека Арнольда Григорьевича Арнольда. И, конечно, влияние Арнольда в дальнейшем сказалось на творчестве Головко, что бы он ни придумал. Прежде всего, он тут же, как только он хотел поставить какой-то спектакль, или на сцене, или на стадионе, или даже какой-то номер, прежде всего он находил абсолютно точный режиссерский ход. Вилен был универсальным режиссером. Он и сейчас, по сути говоря, он немножко забывает свои былые приключения в жанре режиссуры. Но он был универсальным режиссером. И у него был диапазон невероятный. Диапазон, он, по сути дела, объял необъятное. Он мог поставить и номер маленький, акробату, жонглеры и так далее, и тут же поставить огромное зрелище на стадионе с несколькими тысячами, десятками тысяч людей. Ну, в том числе, я имею в виду, и Олимпийские игры, в том числе и большие стадионные празднества, посвященные кино, театру, эстраде. Он поставил спектакли Леониду Ильичу Утесову. То есть это действительно он объял необъятно. Что им двигало? Им двигал азарт. Азарт игрока. Вилен, по сути, своей игрок. Это хорошо. Он все время в этой форме. Ну что говорить? Ну и Достоевский был игрок, и Пушкин был игрок. И Лермонтов был игрок. Поэтому это качество, я думаю, ему очень помогало. Но если, допустим, при игре в карты он мог проиграть, то в цирке
он занимался абсолютно беспроигрышным делом. Он ставил такие номера, которые всегда имели успех. И тогда не было Дюсалей. И поэтому все, что делал Головко, он придумал сам. Это сейчас режиссеры пыжатся и создают такое а-ля подобие Дюсалей для бедных. Тогда никому не нужно было никого копировать и ни за кем гнаться. Головко был и остается Головко с огромной буквы. Часто ли у него пытались украсть номера какие-то зарубежные команды? Вот было ли такое? Если наши ни у кого не копировали, то за граница... Копировали там воздушный полет, копировали реквизит воздушного полета. Как можно хороший трюк скопировать? Можно скопировать реквизит. Так же, как у клоуна. У клоуна можно скопировать репризу, в которой не нужно, не исполняется никакой трюк. А если какой-то сильный трюк, трудно скопировать. Но, в общем, Вилли вошел в историю нашего цирка как новатор. Новатор, который, если он создавал коллектив, допустим, казахского цирка, то мы видели, что это, с одной стороны, национальный цирк казахский, а с другой стороны, это общеевропейский цирк. По своему уровню. А как вам кажется, если бы он не пришел в цирк, кем мог бы быть вот такой человек, такая масштабная личность? Вот если пофантазировать. Он мог бы быть и хорошим адвокатом. Он мог бы быть... Сложный вопрос. Знаете, вот я сейчас абсолютно даже не знаю, что бы ответить. Но мы можем вернуться потом. Да, не знаю, что ответить. Потому что такое невероятное сочетание азарта, профессионализма, упорства, терпения. Это же, в общем, действительно редкое сочетание качеств в одном человеке. Да, если он ставит цель, он ее выполняет. Что бы это ему ни стоило. Он тратит на это нервы. Я помню Вилена, который ходил вот так весь, как только он ставил что-то новое, он весь ходил с нервным тиком вот таким, потому что, с одной стороны, артисты, которые не хотят это делать, не хотят подчиняться режиссерской задумке. Арнольд учил всегда, что прежде всего на манеже должен быть артист. А нельзя ограничиваться только трюками. И Вилли заставлял их показывать на арене актерское искусство. И многие сопротивлялись. Это было очень сложно, потому что тогда был век трюка. Очень много спортсменов приходило в цирк, которые исполняли хорошие трюки, а вот с актерским мастерством у них было сложно. И, пожалуй, и до сих пор у нас существует очень много номеров, в которых артисты исполняют хорошие трюки, а потом делают такой, как у нас говорят, тупой цирковой комплимент. Вот если посмотреть на парады, сегодняшние даже, мы увидим, как артисты ходят с поднятой рукой по кругу, с абсолютно тупыми взглядами, не понимая, что сидит публика, с которой надо прощаться
или встречаться глазами. Вот это главное. Вот Вилен всегда за этим очень следил. Возвращаясь, столько лет в цирке, столько сделано. Вот сегодня кто-то, есть фигура такого же масштаба? Хоть близко, хоть где-то в мире. Что это фигура мирового масштаба? Ну, сейчас другое время. Я уже говорил о том, что сейчас время подражания. Ведь Вилен все себе придумывал сам. Он носился все время с новыми идеями, рассказывал их на каждом шагу, хватал всех за полы пиджака в главке, если мы встречались, отводил в сторонку и рассказывал о своей новой идее. Или тащил в Тулу, где у него была там революционная база, где он проверял все свои задумки и выпускал многочисленные спектакли. Вот, это был невероятный азарт. Он вообще был азартный игрок. Азартный, причем даже, вот он дружил с замечательным артистом Ольховиковым Николаем Леонидовичем. И вот мы были на гастролях в Сочи, и они заводились, тот был тоже игрок невероятный. Они с утра до вечера спорили. Они с утра до вечера играли. То есть вот Ольховиков мог посадить нас, меня, Вилю, Игоря Киева в свой «Мерседес», и мы ехали на центральный стадион, сочинский стадион. Ольховиков подъезжал к входу, стоял охранник, который не пускал его. Он говорил: ты что, меня не узнал? Я заслуженный мастер спорта Сергей Сальников. Это в то время было очень громкое имя. Открывали стадион. Мы приехали потренироваться. И потом они въезжали на стадион. Вилен становился в ворота, а Ольховиков с 11-метрового пытался забить ему гол. Значит, Вилен стоял в воротах, Ольховиков его бил, Вилен брал любые, а после этого говорит: теперь давайте меняться, значит, вы будете мне забивать. Но Вилен был очень хитрый, и он все время давал такие передачи, а Ольховиков был уже в возрасте, которые проходили низом. Для этого Ольховикову надо было кидаться на землю, а он не хотел, поэтому он проигрывал. Кончалось это тем, что на пустом стадионе Ольховиков брал камень и гонялся по гаревой дорожке, чтобы убить Вилена Головко. Вот такие азартные. А потом они мирились и тут же начинали, значит, спорить, кидали орел-решка, кто из них победил в этой встрече. Вот какие-то такие воспоминания. Раньше была цирковая критика, у нас были цирковеды, очень много было очень хороших цирковедов. Вот недавно, к сожалению, ушла из жизни Генриетта Белякова. Очень хорошим цирковым критиком была Наташа Румянцева, дочка Карандаша. Сейчас ушло. Это все, к сожалению, ушло. Не помню. Не помню. Потому что у Головко он выдавал шедевры. То есть голосовал зритель, да? Да. Его коллективы, цирковые коллективы всегда пользовались большим успехом, всегда проходили на аншлаге, на аншлагах. И я не помню особого провала. Я помню, когда номер выпускался, и сам Вилен говорил о том, что
пока это еще ничего, хотя публика очень хорошо принимала, но теперь надо это все дорабатывать. И вот ежедневным трудом с артистами дорабатывал, и уже рождался шедевр, который потом он отпускал гастролировать по всему миру. Всегда есть такие завистники. Всегда. Тогда было очень много режиссеров. Режиссеров разных. Не было такого количества одинаковых режиссеров. Местечкин занимался своим делом. Арнольд занимался своим делом, хотя и не дружили друг с другом. Вилен Головко занимался своим делом. Но не было похожих произведений. Все были разные. А сейчас, куда ни глянь, все а-ля Дю Солей. Вот это страшно. Вот эта попытка театрализации, она не всегда успешная. Я люблю Дю Солей, я уважаю этот цирк. Хотя о нем много говорят у нас, пугают им. В цирке. Ну, цирк – это отражение нашего государства. Всегда было. Было хорошо в государстве. Был твердый, богатый цирк. Стало плохо. Стал плохим и наш цирк. Государство пугало американцами. Цирк пугает нас Дю Солеем. А зря. Когда в 57 году приехал первый французский цирк к нам, он совершил переворот в наших умах. На манеже все были артисты. Абсолютно все. В любом жанре на манеж выходил артист. И вот после этого у нас стали появляться номера, там, допустим, силовые акробаты Косеев и Мунасарян, которые, они были настоящими актерами. А трюки, это уже из их, так сказать, специфика. Это их язык. Так же, как в балете па. Но самое главное – это мысль. Вот такие номера стали появляться в то время. И вот Вилен всегда, если он создавал какой-то номер, воздушный, допустим, номер, он обязательно огромное значение придавал сюжету, вот этой самой драматургии в номере, от начала до конца. В цирке принято поздравлять друг друга с премьерой? Да. То есть так можно определить, кто к человеку относится хорошо, кто не очень? Ну, бывает, что в цирке говорят, поздравляю. С премьеры. Боже мой, какой ужас, боже мой. Еще раз тебя поздравляю с премьерой. Ну, это везде. Но надо сказать, что в цирке интриг меньше, чем в театре. В театре интриг гораздо больше. Там больше времени на это. В цирке артистам некогда заниматься интригами. Они репетируют. Цирк и балет — это не очень хорошее место для интриг. Актер может прибежать, там за время загримироваться и пошел играть нынешнюю жизнь, да? В цирке, в балете так не получится. Да. А твердый, принципиальный характер Головко когда-нибудь при вас мог ему сослужить плохую, недобрую службу? Какие-то, не то чтобы власть имущая, а
ну, не знаю, какой-нибудь Брежнев и прочее, то на этом уровне ни с кем не ведь игры доброй воли, пиара, все равно касался. Ну, это надо у него спрашивать. Каждый из режиссеров с этим соприкасался обязательно. Я в своей режиссерской работе очень часто с этим соприкасался. Ну, и очевидно, потому что следили за тем, чтобы мы выпускали номера идеологически выдержанные. Конечно. Но Вилен всегда славился своим правдолюбием. Вот тут он наживал себе много врагов. Если он, в этом смысле он настоящий ученик Арнольда Григорьевича Арнольда, который выходил на любом собрании, на любом совещании и резал правду матку. И после этого с ним не разговаривала половина артистов или режиссеров. Но он говорил то, что он думал. Вот Вилен как раз всегда говорил то, что он думал. Я его за это его очень уважаю. У него есть ученики вот в том понимании, в котором он передает знания кому-то каждый день? Ученики и режиссеры будущего? Это вы у нее опять спрашиваете у него, потому что я с ним общался только в молодости. Мы с ним разъехались. После вы меня сейчас спрашиваете такие вещи. Нет, я его наблюдал со стороны. Но я его не знаю. Это период нашей молодости, где мы вместе дружили. У нас была такая дружная семья. Я, Вилен и Игорь Киво. Мы дружили вот эти 6 лет, которые мы были в коллективе. Мы дружили все. В общем-то, с утра до вечера мы были вместе. А потом наши пути разошлись. Вилен ушел в режиссуру. Я стал заниматься клоунадой уже отдельно, и мы редко встречались. И если встречались, то в основном говорили: а помнишь это. Я помню, как впервые я поехал на гастроли с цирком на сцене в Эстонию. Меня пригласили, я был совсем молодым. Значит, на манеже мне не разрешали работать, говорили, что рано, я еще сырой, и меня пригласили в цирк на сцене. Причем поставили условие, что я буду выступать под псевдонимом Перчик, поскольку уже афиши были сделаны на клоуна Перчика. И я помню, как на Белорусском вокзале меня провожал Вилен и Игорь Кио, мы опаздывали на поезд, и Вилен бежал за уходящим поездом, я с чемоданами, а поезд уже тронулся. И Вилен кричал: подождите Перчика, он едет на гастроли на весь белорусский вокзал. И все останавливались, и поезд остановился. И меня посадили с реквизитом в вагон. Вот это я помню. Это все истории, которые связаны с нашей жизнью повседневной, компаниями, все. А вот по части творчества мы потом все разошлись. Но все равно, это же интерес друг друга остался. Информация же, да? Ну вот мы сейчас сидели с ним и вспоминали. Повод видеть, видите, как хорошо. Он тем более не ожидал вас видеть, потому что мы его не предупреждали. Ну, Вилли, он же азартный. Если он заводится вот в том же футболе, и если он начинал заводиться, то остановить его же было нельзя. Когда, допустим, мы играли в этот же футбол, и там назначали пенальти в ворота наших противников, то тут же начиналась потасовка между капитаном команды Игорем Киво и Головко. Спор, кому бить пенальти. И они буквально кричали при зрителе в полном стадионе друг на «Я буду бить! Нет, я буду бить! Нет, я буду пить!» Наконец Киев кричал: «Я капитан! Я буду пить!» Он ставил мяч на 11-метровую отметку, разбегался, и в то время, как он уже хотел
ударить по мячу, в это время на весь стадион крик Головко: «Хрен забьешь!» И Игорь Кио вместо мяча попадал по кочке, которая летела в ворота, а мяч оставался на месте. Вот это Головко. Спасибо большое. Спасибо. Я много воды говорил, потому что я говорю, я не знаю, вы меня пытаете такие вещи, о которых я не знаю, я не могу врать. Все замечательно. Нет, про воду этого даже...